хоть это было и трудно, но я принял решение, работать больше никто не будет. Каждому россиянину предлагаю раз в месяц начислять пособие по 300 тысяч рублей. Извините, если мало, но бюджет не резиновый. Больше пока не могу. Пенсионный возраст теперь будет начинаться с 16 лет, чтобы дети спокойно могли получить хоть какое-то образование. Это образование им будут давать их родители. Надеюсь, все понимают, почему. Правильно, работать больше никто не будет, а будут жить на пособие. Оплата услуг ЖКХ отменяется. Также отменяется бесплатная медицина и, самое главное, день недели – пятница, чтобы от счастья не напились, не спились. Вот. Ну, вроде бы и все. Вот. А, да, теперь вишенка на торте. Я устал. Я ухожу. Точнее, улетаю на Марс. Оставляю вам трех медведей. Дмитрия Анатольевича, Мишустина Михаила и... Ну ладно, двух достаточно. Вот. Кормить только не забывайте. Ну все, я полетел. До свидания. Прощайте.